Ребят, это Грэд? Это Грэд Ревью. Это великий? Великий обзор. И шестая часть шпионской франшизы об агенте Итане Ханте. Самая ироничная, масштабная и полная сюжетных твистов. Миссия невыполнима. Последствия. И великолепные. Том Круз. О да. Год 2018. Режиссер Кристофер Маккоури, который подарил нам операцию Валькирия на минуточку, когда миссия не оставляет выбора. Том Круз, Генри Кавилл, Уин Граймс, Саймон Пэк, Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Анжела Бассет, Ванесса Кирби. Просто сексапильная, сочная блондинка. Просто горячая, просто хочется персиков. Персики? Я бы смаковал персики часами. По-моему, это из-за другой оперы. Бюджет 178 миллионов бакинских, сборы США 220, а сборы в мире... Ой-о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 й
1 миллион. Сборы в России на 8. На 8 лямов, ребята. Ну, а цифровой релиз был 15 ноября 2018 года от Universal. Ой-ой-ой-ой. И есть, конечно же, продолжение всей этой вакханалии. И еще наперед вообще, на 21-й, 22-й. В общем, разогнался дядька Том Круз. Просто разогнался. После того, как агент сэра Уитон Хант поймал Соломона Нелейна, его последователи, называющие себя апостолы, пытаются совершить ядерную катастрофу, заполучив украденный плутоний. Ёлки. Упустив их в Берлине, Итан должен решать, что важнее, жизнь его друзей или жизнь миллиардеров. Вот тут главный вопрос. Ну, конечно же, друзьяшек. Ну что, 8 баллов? Да, 8 баллов. Неплохая такая работа. Девки сексапильные, манящие. И, конечно же, наш герой. Герой Тома Круза, между прочим. И, кстати, все трюки, все акробатические трюки выполняет Том Круз. За это просто хлопаю стою. Это дорогого стоит. Ну что, лайки, дизлайки, подписки, монетки, все как мы любим, друзья. И welcome back.